Один, два, три. Догоняй, Серега! Нет. Догоняй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня у нас очень классная рубрика «Какой аниматроник самый быстрый?» Серега, скажи крутые слова. Всем привет! Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Будем тестировать пилпаки, которые вышли недавно, обновили, и которые нам кажутся очень интересными. Так, ну что, начинаем забег. Раз, да. Два, три. Глотай мою пыль. Ах ты говно. А, ты догоняешь меня или нет? Нет. Я все-таки быстрее. Так что ж, я походу глотаю пыль. Фредбер оказался очень быстрым. Берем Нью Фредди. А ты бери Фоксюшкина. Так. Ну, Фокси, не подведи меня. Ребята, напишите в комментах, кто же сейчас будет быстрее. Фокси или Нью Фредди. Раз, два, три. Давай, глотай беги. Мне кажется, мы одинаково бежим. Не, я не вперед. Да, ты отрываешься. Так, понятно, Фокси пока мисс лидирует. Да, да. Ребята, и напишите в конце ролика, кто же самый медленный из аниматроников, потому что мы сегодня тестируем на скорость. Ну, надеюсь, вы будете очень внимательно смотреть ролик и посмотрите, кто медленный. Раз, два, три. Я побежал. Я очень медленный. Черепаха. Мне нравится этот филпак, что аниматроники все бегают с разной скоростью. В этом есть прикол. Помнишь, мы тестили пак, а они все одинаково бегают. И как-то очень так скучно получилось. А это весело. Так, сейчас я добегу. Надеюсь. Давай другого спрингбони возьми, может быть. Давай такого возьмем. А, давай все-таки с тобой. О, я уже вижу, что я буду быстрее. Один, два, три. А, не. Глотай мою пыль. Ой, я вообще на жопу сел. Нет, на жопу не садись. Да, ты быстрее. С этого пилпака Найтбир самый быстрый. Самый быстрый Найтбир и Фредбир. Ну, давай, короче, я сейчас возьму Фредбира, и мы все-таки затестим. Тоже с этого пилпака быстрый. Так, один, два, три. Мы одинаково, кажется, бежим. Полностью один в один. Да, у них скорость одинаковая. И мне вообще кажется, что у них даже скины одинаковые, только твой прозрачный, а мой нет. Да, есть такое. Финал Найт, 2 пилпак. О, что это за лежачие такие сгоревшие чели-пиздрики. Один, два, три. Что это за забег? Это знаешь, что забег улиток? Инвалидных улиток. Нормально, наваливаем. Ну то ладно, давай не будем добегать до конца, потому что это какой-то долгий процесс. Отсюда и начнем дальше тестить. Чика пока мисс что выигрывает. Так. Фокси. Раз, два, три. Я не могу, мне смешно с этих штуковин, с этих аниматроников горелых. Ну понятно, что Фокси реально очень быстрый. Да, вот так если ночью увидеть, как ты ползешь по кладбищу, можно об астротейшн сделать. Так у меня ног нету, ну ты посмотри, ни ног, ни рук, ни лап. Хоть голова есть. Ага, на контур просто стоит. Так, хорошо, переходим к следующему пилпаку. Five Nights и Candies. Ой. Готов? Подожди, мы разных взяли, да. Кэт и Ред. Один. Да. Два, три. Я быстрее. Быстрее. Быстрее, то я наискосок бежал. Если по прямой, я тебя уделываю. Прикольно. Не, я оторвался нормально так. Хорошо. Визерит Бленк. Ой. Один, два, три. Так, мне кажется, тебя немножко перегоняю. Не, это те. Смотри, как... так ты подрезаешь. Поворот не включай, когда перестраиваешься. Авария. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Мы стараемся сделать контент каждый день и очень веселый. Одинаково бегают, в точь-точь, вообще ничем не отличаются. Хорошо. У нас сейчас будет Визерит Чистер и Визерит Кэнди. Один, два,
3. Так. Одинаково? Мне кажется, ты немножко меня догоняешь. Нет, они одинаково бегают. Одинаково. Это, наверное, тот пилпак, где они все одинаково бегают. Ну, почти, почти. Сейчас проверим все-таки, есть еще у нас там шанс исправить это все дело. Мне кажется, ты немножко меня догоняешь, смотри. Так. На доли полумиллиметрик. О. О. Давай тогда возьмем самого первого вот этого. И этого, как называется он? Визерет Пингвин. Один, два, три. Нет, я быстрее, нет, оказался. Быстрее. Все-таки в этом пилпаке не одинаково бегают. Я даже могу по кругу так. Нарезать кружки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Шустрый Димка. Так, да, давайте же добежим до конца. Может, у тебя батарея плохо заряжена, поэтому ты плохо скользишь. Батарейка села. Так, переходим очень классным аниматроником. Twisted One Pill. Ух, какой кабан. Красавчик. Ой, ой. Один, два, три. Три. Не, с Фокси тебе это не совпадает. Мне кажется, я тебя догоняю, Серега. Не-не-не. Я быстрее. Давай еще разок, давай еще разок. Давай. Мне кажется, я все-таки догоняю. Ребята, давайте будем сейчас внимательно смотреть. Раз, два, три. Не-не-не. Не догоняю? Не. Да, мы бегаем полностью с одной скоростью. Хорошо. Давай этого челепиздрика возьмем. Так. Разное? А, ну да. Да. Один, два, три. Ну ты смотри, у меня это одна нога вообще в другую сторону. Ну да, 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 есть такое немножко. Ну я уже говорю, нога вывихнутая в другую сторону. Но зато ладно, твоего жизни, наверное, больше. Сколько твоей живой жизни? 100 тысяч. А у меня тоже 100 тысяч. Хорошо, давай бери тогда волчару, со мной будешь волчарой сравниваться. Twisted Wolf. Так, один, два, три. Пока! Ого! Я догоняю тебя, Серега. Нет. С одной скоростью бегает. Понятненько. Ну что, я магическая мангл против 8-битной бэби. Ставьте ролик на паузу, тайм-код, и напишите, кто же быстрее, потому что в тот раз написали, давай сделать скорость между ними. Один, два, три. Быстрее. А, ну подожди, я быстрее, да? Да, я тебя догоняю за то, что у меня пила в руках. Если бы не пила, я бы тебя не смог бы выиграть. У тебя три ноги. Ну, ты тоже неплохо так шагаешь. А я иду, иду в мини-игры играть. Нормально, нормально. Так, хорошо. Топ. Давай тогда мангл затестим. Ну-ка. Тоже быстрее. Давай тогда обычную мангл с магической мангл. Вот, давай. Отлично. А, мне кажется, я тебя догоняю. Давай, отсюда начнем. Один, два, три. Погнали! Одинаковая скорость у них, даже анимация одинаковая. Да. Так, ну что, делаем ставки, кто же быстрее, потому что они реально очень быстро бегают. Один, два, три. Я, Димка. Я догоняю тебя. Нет. Да, смотри. Не догонишь. Не. Не догонишь. Я перегоняю тебя, смотри. Не-не-не-не-не. Да. Не. Да ну да. Так, хорошо, давай тогда ты этого оставляй, а я возьму волчару. Волчара. Да, волчара, мне кажется, сейчас покажет, кто из нас быстрее. Один, два, три. Та! Волчара вообще лупашит. Вот это псих. Он пока из этого обзора аниматроника, он пока побеждает по скорости. Ну что, кто же быстрее? Голова Фредди или волчара? Мне кажется, голова Фредди сделает меня. Ну, проверим. Один, два, три. Ух ты! Да какая-то вообще, ты что, Формула-1 заделался? Это какая-то нереальная скорость. Ты готов проиграть? Один, два, три. Нет, тоже медленный. Очень медленный. Разве что я вот так могу. Ого, прыжок веры. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот. Помнишь этого быстрого челика? Да, да. А не, да. Он не быстрый. Вот кто у нас быстрый, марионетка. Один, два, три.
пока. Ну смотри, уже конкурирующий такой забег, когда ты не прям сильно отрываешься, но быстрее, все равно быстрее. Ну не так значительно. Ну конечно. Так, так, так. Вот у нас еще есть быстрый. О, давай. 1, 2, 3. Нет, нет, вообще ни о чем. Очень слабый аниматроник. Черепаха. Но он-то быстрый. Но по сравнению с башкой, да, он очень медленный. Хорошо, давай тогда, Серега, раз у нас сегодня забег, протестируем его со спортивной машиной. Сможет ли спортивная машина обогнать аниматроника? Давай. Я только не знаю, какой... О, есть у нас. Представь, с Бугатти. О, аниматроник на Бугатти, мне это нравится. Готов? Так, мне будет, конечно, немножко разбег брать, потому что машина медленно разгоняется. 1, 2, 3. Догоняй, Серега! Нет. Догоняй! 1, 2, 3. Ну блин, а! Получается, ты даже быстрее машины любой. Да. Делаем вывод. Голова Фредди пока не побеждает всех аниматроников по скорости. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте и посмотри следующий ролик. Погнал, Серега!